цвели уже давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больно. А сейчас сюда выходит Александр Анишев. И он дарит всем очаровательным дамам, собравшимся в этом уютном дворе, свою чудесную песню с музыкой Александры Пахмутовой «Зачарованная даль».
Да. Я выдохнул, встал.
слова нетрудно говорю, напрасные слова, уж вы не обессудьте, напрасные слова. Я скоро догорю у вашего крыльца, не вздрогнет колокольчик, не спутает следов мой торопливый шаг. Вы первый миг конца, понять мне не позвольте судьбу напрасных слов, не торопясь решать. Придумайте сюжет о нежности и лете, здесь мятая трава и запах поселков, рассыпанным дрожжей закатится столетие, напрасные слова, напрасная любовь, напрасные слова, винетка ложной сути. Напрасные слова, нетрудно говорю, напрасные слова, уж вы не обессудьте, напрасные слова, я скоро догорю. Не спутает следов мой торопливый шаг. Вы первый миг конца, понять мне не позвольте судьбу напрасных слов, не торопясь решать. Еще замечательная певица Полина Николенко, но она девушка с характером, и поэтому ее песня называется «Ты не целуй». Автор Михаил Гуцериев. Итак, Полина Николенко, встречайте! Моего воспоминания.
мы Полину Николенко никуда не отпускаем, потому что она сейчас подарит джазовому Ростову джазовую композицию. Представьте ее, пожалуйста. Дэймон Китерек, Кэт Заминджер. Это современная джазовая композиция одной канадской группы. Но к романсу-то подходит. Все равно, все подходит к романсу. Это он такой. Еще одна звезда из класса Ларисы Гончаровой.